Всем привет, ребят, с вами Лайкен, и сейчас в видосе я вам расскажу, как легко выполнить задание из нового паса. Погнали! Но перед началом видоса хочу сделать конкурс на 300 голды. И чтобы тебе в нем участвовать, тебе всего лишь нужно поставить лайк под этот видос, оставить 5 разных комментариев и подписаться на мой канал. Если ты все это сделал, то в следующем видосе, возможно, ты получишь 100 голды. Так что, бро, если хочешь получить на халяву 100 голды, просто участвуй. Победителя будет 3 по 100 голды. Так, ну все, погнали к видосу. Итак, ребят, все уже знают, что на первой неделе паса уже были очень трудные задания, которые практически одному невозможно выполнить. Да и вообще времени тоже неохота на это тратить, и деньги тоже, ребят. И сейчас я покажу и расскажу самые, так сказать, хорошие способы, чтобы выполнить эти задания. Данные задания я вообще выполнил буквально за час или за два за своим другом. То есть, допустим, задание с АВП, где вам нужно было заработать деньги за раунд с АВП, я легко его выполнял, я просто заходил с друзьями в лобби, мы пошли в закладку бомбы, они просто стояли на спауне, прятались, я к ним подходил и просто их убивал, и таким способом я буквально все задания выполнил за 2 часа, и даже не парился с этим. И каждый день ежедневное задание я тоже выполняю их с друзьями. Ну а если у тебя нету такого верного друга, чтобы выполнять задание, то вы можете перейти в наш Discord, точнее в Lucky Squad, где вы можете встретить очень много ютуберов, да, и моих подписчиков, и можете просто связаться с кем-нибудь и поиграть с ними. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. И да, есть еще задания, связанные с тренировкой, то есть вы заходите в тренировочный зал и убиваете там эти гребаные манекены, да? Но вот в чем проблема, там есть и на быстрой скорости статично убивать, и как же это вообще в принципе делать? Я обычно не парюсь, просто зажимаю пальцем кнопку огонь, у меня фигачит, ведь кто не знал, да, там патрон это бесконечный, я там упащу чисто всех, просто двигаю экраном, нацеливаюсь и все. Обычно такие задания выполняю минуты за 3, и мне это вообще даже никакой сложности да и не приносит, в принципе. Да, вот этот скрин, это скрин моих заданий, которые я выполнил, даже вообще не парясь, у меня, я буквально ежедневное задание утром захожу, пока на толкане сижу, я их все выполняю, да, так что, ребят, пользуйтесь моими способами, вы можете выполнить их вообще все легко, просто, либо зовете своих друзей, слышь, друг мой хороший, пошли задание со мной выполнять, либо если у вас нету друзей, можете зайти в наш Discord сервер и найти там людей и поиграть с ними, точнее повыполнять задание взаимно, ну, кажется, неплохая идея, да? И все, в принципе, ребят, вам не нужно платить деньги за то, что получаете уровни. И вы остаетесь в плюсе, ребят. Так что давайте за этот лайкос надо поставить и на канал подписаться, чтобы было больше таких видосов. Так что если твой aim not good, то тебе нужно просто зажать кнопку огня, чтобы она прям, ух, горела как, и лупасить все манекены, просто двигая экраном. Даже можно на рандом лупасить, даже, знаете, просто как пулемет, ра-та-та-та-та, и вынести все манекены, да. Ну а с вами был Лайкен, всем удачи и всем удачного прохождения паса. Пока!